мы их сюда не приглашали, чтобы они нас тут освобождали. Нас не надо освобождать. Оставьте нас в покое и дайте нам жить. Мы сами разберемся со своим правительством и со своими проблемами. Мы вас лишь не ждем. Оккупанты, агрессоры, фашисты, просто фашисты обстреливают мирные города, мирных людей. Люди потеряли покой. Сколько мы потеряли людей уже? У меня даже нету самого слова, не хочу подбирать пояса под хэквондо. Да, ну, просто избои все. Потому что оказались, где они оказались? Они оказались на войне. Просто одумайтесь вы, что вы делаете. Мы мирные люди. Мы хотим мира. Мы хотим жить, воспитывать детей. Почему? За что? За что нас убивают? Нет света, и мы топим.